На пересечении улицы 9 мая и Юбилейного проспекта идет обновление магистрали. Рабочие с помощью газового оборудования разрезают трубы. Затем в подготовленной яме собирают ее с другими элементами в единую конструкцию. После котлован зальют бетоном для устойчивости тяжелого оборудования. Так проходит подготовка к современному методу модернизации теплосетей. Транспортное движение на Юбилейном проспекте продолжается в обычном режиме, несмотря на то, что прямо сейчас здесь готовится прокладывать трубы. За этим каркасом находится котлован глубиной 3,5 метра под буровую установку. Она будет производить работы шнековым методом, что позволит оставить дорожное покрытие нетронутым и не останавливать движение. Подобным способом прокола грунта теплосети плавно уходят под землю и не разрушают ландшафт. Материал, из которого сделаны трубы с диаметром 530 мм, также с современным полиуретановым покрытием, что усиливает защиту от коррозии и уменьшает теплопотерю. Вся теплосеть, которая перекладывается на данном участке, имеет протяженность 160 метров. Это будет прокладываться труба в ППУ-изоляции, которой нет необходимости утеплять, она уже утепленная. Замена теплосетей в Химках проходит двумя способами – традиционным и современным. Для теплотрассы будет проложен новый канал со стороны торгового центра «Лига», а под дорогой со стороны сквера Марии Рубцовой используют шнековое горизонтальное бурение. Такая новая технология позволяет минимизировать нарушения ландшафтного дизайна. А это значит, что также нетронутыми останутся пешеходные дорожки, газоны и само дорожное покрытие. Данный участок является стратегически важным, так как соединяет новую часть города Химок и старую часть города Химок. Также здесь запитано 17 абонентов, вот, что довольно-таки достаточное количество, то есть домов, дома высотные, вот, то есть количество достаточное. Обновление теплосети в городском округе проходит по разным адресам. Улица Парковая, Дружба, Ленинградская, Дачный переулок и Горная. Все работы планируют завершить к началу октября. Андрей Панченко, Руслан Сафин, новости Химки ТВ.